Всем привет, с вами Полина Холод, и сегодня хотела бы вам рассказать о натуральной профессиональной косметике Aroma Jazz. Эта фирма была основана в 2005 году. Это косметика для спа-процедур, лица и тела. На сайте более 200 наименований. Если вам интересно, что же продают в этом интернет-магазине, то ссылочка будет в описании под этим видео на этот интернет-магазин. Переходите по ссылочке и смотрите, что же есть в этом магазине. Также можно посмотреть цены и подробное описание на каждый продукт. Эту косметику можно заказать либо в интернет-магазине Aroma Jazz, либо в профессиональном магазине купить. Если вы хотите узнать, есть ли в вашем городе профессиональный магазин Aroma Jazz, то в интернет-магазине вы найдете подробную информацию. Сегодня я вам буду показывать средства для волос и для губ. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. Первое, что вам покажу, это масло для волос Календула. Цена 415 рублей, объем 120 мл. Хотела бы вам прочитать состав. Состав – это масло авокадо, кокоса, виноградных косточек, косметическое с витамином Е, экстракты репейника, крапивы, череды, чистотела, хмеля, березы и календулы. Действие – это питание кожи, головы, укрепляет корни, улучшает обменные процессы, увлажняет и придает блеск волосам. Способ применения продукта – вам необходимо нанести на волосы это средство на 30 минут, потом смыть шампунем. Если масло у вас было нанесено на кончики волос, то можно не смывать. Масло для волос Иланг Иланг. Цена 440 рублей, объем 120 мл. Состав – это масло авокадо, кокоса, зародыши пшеницы, косметическое с витамином Е, экстракты красного перца, горчицы, имбиря, персика, винограда, эфирные масла иланг-иланг и лаванды. Действие – экстракт красного перца улучшает кровообращение волосяных луковиц, стимулирует рост волос. Теперь хотела бы вам показать бальзамы и масла для губ. Первое, что вам буду показывать, это черная смородина. Цена 270 рублей, объем 15 мл. В состав входит масло какао, кокоса, натуральная эссенция смородины и пчелиный воск. Действие этого продукта – увлажнение и питание. Если у вас губы очень сильно шелушатся, вы можете нанести этот бальзам на губы, и у вас будут идеальные и красивые губки. Думаю, то, что есть те люди, которые заметили, что есть на этом бальзаме кристаллизация. В интернет-магазине написано то, что кристаллизация продукта не влияет на свойства масла и является допустимой нормой. Бальзам масла органа. 300 рублей цена и объем 15 мл. В состав входит масло какао, кокоса, серум органа, натуральная эссенция фейхоа и пчелиный воск. Действие – интенсивное восстановление. Следующее твердое масло для губ – это грейпфрут. Цена 270 рублей, объем 15 мл. В состав входит масло какао, кокоса, экстракты грейпфрута, паприки, натуральная эссенция грейпфрута и пчелиный воск. Действие – защита и увлажнение. Твердое масло для губ с малинкой. Цена 270 рублей и объем тоже 15 мл. В состав входит масло какао, кокоса, абрикоса, экстракт малины, натуральная эссенция малины и пчелиный воск. Действие – заживление микротрещин. Как раз вот для зимы или для осени очень даже подойдет. И последний продукт, который я вам покажу – твердое масло для губ с ананасом. Цена 270 рублей, объем 15 мл. В состав входит масло какао, кокоса, облепихи, натуральная эссенция ананаса и пчелиный воск. Действие – интенсивное увлажнение. Вот, в принципе, и все, что я вам сегодня хотела показать. Надеюсь, то, что вам это видео понравилось. В описании будет ссылочка на интернет-магазин, еще раз повторюсь. Так что переходите по ссылочке и смотрите. Ну, а на этом было все. Всем пока! Ждите новых обзоров!